«Человек эпохи, человек мира». Все это об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Семья, детство, юность, общественная, личная жизнь, научные труды. Каждый период жизни выдающегося ученого представлен в передвижной фотодокументальной выставке, посвященной столетию со дня рождения академика. Накануне вернисаж прошел в Ульяновском доме музея Ленина. До этого выставка успела побывать в Самаре и Казани. Эта выставка передана нам для экспонирования фондом Сахарова, который организовался в 1994 году. И составлен он из документов вдовы, которая передала этому фонду личные документы Андрея Дмитриевича Сахарова. На каждом из плакатов фотографии, описания, высказывания человека эпохи. Отдельный стенд посвящен жизни Сахарова в Ульяновске. Пусть и короткий период с 42 по 45 годы прошлого столетия. Но именно на патронном заводе началась его карьера как научного работника. В городе на Волге он также впервые обзавелся семьей. Ульяновские филателисты внесли свою лепту в фотодокументальную выставку. Среди экспонатов – конверт с изображением молодого академика Андрея Сахарова. Здесь ему 21 год. Обратились в музей патронного завода, и они нам нашли фотографию с личного дела. Естественно, она была черно-белой, плохого качества, но дизайнеры в Москве вытянули, расцветили, даже цвет глаз поставили. И когда мы послали его дочери и внучке, они сказали: вы знаете, нужно обязательно поменять цвет глаз. У него не зеленые, а серо-зеленые глаза. В Ульяновске также прошло специальное почтовое гашение, конверты и марки. Параллельно региональный союз филателистов выпустил еще один конверт с изображением дома, в котором проживал Сахаров. Выставка задержится в Ульяновске до 7 сентября. Посетители ждут ежедневно с 10 до 17:30 по адресу улица Ленина, дом 70. Рената Алиулова, Даниил Сурков, Управда ТВ.